Недавно Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери, ей исполнилось 3 годика. Конечно, девочке подарили немало подарков на день рождения, однако гостям все равно вряд ли удалось переплюнуть в этом плане саму Ксению. Телеведущая купила целую гору презентов для младшей дочки. Она заставила коробками с подарками всю комнату в своем загородном доме, чем, кстати, вызвала неодобрение своих поклонников. Фанатам кажется, что Ксения стала чрезмерно баловать свою маленькую дочку, которая в 3 года еще вряд ли может оценить щедрость своих родителей. Тем не менее, именно к подписчикам телеведущая обратилась за советом, когда Тия попросила у мамы очередной подарок, уже на Новый год. «Нам наступило 3 годика, а значит, мы стали совсем взрослыми и просим красивые сережки», — рассказала Ксения, у которой в связи с этой просьбой возникло много вопросов. «Я помню, что Мару было 5 лет, я привела ее в салон красоты, и девушка проколола нам одно ухо, и была такая страшная истерика, что с горем пополам мы прокололи второе. Правда, девушка была, видно, неопытная, хотя салон известный, взяли с нас около 10 тысяч, но прокол плохой. На краю мочки, соответственно, серьги оттягивают ушко, и выглядит все это нехорошо. В итоге Маруся сама вытащила серьги и 2 года уже их не носит. Что подскажите прокалывать? Или еще рано? И если так просят, то куда пойти? Где лучше?» Поклонники заверили Ксению, что процедуры этой бояться не стоит, 3 года нормальный возраст, а вот салон нужно выбирать не по статусу, а по отзывам, искать проверенных мастеров. И тогда все будет в порядке.